В день борьбы с онкозаболеваниями в Григориопольской поликлинике прошел день открытых дверей. Главный онколог Министерства здравоохранения проконсультировала всех желающих по вопросам профилактики развития визуальных форм рака и по выявлению ранних признаков заболевания. Тамара Теофановна уже 37 лет работает медсестрой в Григориопольской поликлинике. В сентябре 2012 года ей поставили диагноз – рак молочной железы второй степени. Стойкость духа, воля и вера, по ее словам, помогли ей выстоять в борьбе с болезнью. Обратилась сразу же, немедля, ни одного дня. Раз случилось, уже не надо никого спрашивать, почему, да за что. Вначале чуть-чуть жалеешь себя, а потом собираешься. И говори, что надо пройти, потому что это очень тяжело. Надо верить, во-первых, верить, что все будет хорошо. В арсенале врачей есть все современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сегодня рак не приговор, это болезнь, с которой можно справиться, если вовремя ее обнаружить, отмечают онкологи. В нашей республике в настоящее время у врачей-онкологов состоит 9500 онкологических больных. Ежегодно мы берем на учет 1600-1700 пациентов с данным диагнозом. Радует тот факт, что около 55% впервые выявленных – это пациенты с ранней стадии, то есть первая-вторая стадия. При лечении рака на ранней стадии процент выздоровления порядка 95, говорят онкологи. И напоминают, начиная с 50 лет, каждому человеку следует хотя бы раз в год проходить обследование у специалистов. Я считаю, что надо обследоваться, подойти заранее к врачу. И возможность выявить заранее болезнь. Чтобы все обращались к врачу не вовремя, чтобы не запускали. Наталья Цыкун, Наталья Березан, Первый Приднестровский телеканал.